Денис Саприкін, СЕО Спортбанк. Олена Андронікова, СЕО МаніВео. Олексій Амітан, СЕО Бредлі Холдинг. Роман Катеринчик, засновник MyCredit. Гела Слюсарчук, CBDO та CMO PSP Платон. Євген Лісняк, старший директор Visa по стратегічним партнерствам і фінтеху в регіоні СНД і Південно-Східної Європи. Лідія Єременко, керівник YouTube-каналу Ukrainian Fintech Hub. Тема финтех на самом деле самая актуальная. Говорю это на правах руководителя YouTube-канала о финтехе. И видите, у нас достаточно много экспертов сегодня собралось. Спасибо организаторам, спасибо участникам. На самом деле мы сегодня поговорим о компаниях МФО, которые бегут за необанкингом. Будет ли необанкинг в Украине? Чего нам, собственно, ожидать? Ну что ж, давайте начнем, в принципе, затронем тему мирового опыта, как это происходит за рубежом и что, собственно, будет у нас в Украине. Я думаю, мы будем отвечать короткими там тезисами, буквально по 2 минуты, и пробежимся по всем вопросам. Представитель необанкинга Спортбанк Денис Саприкін. Мировой опыт и ваш банк. Добрый день. Ну, что можно сказать? Я думаю, что... Ну, первое, все-таки первые необанки появились не в Украине, поэтому в этом смысле, конечно, там западные рынки, Штаты, Европа являются таким определенным законодателем. Но Украина, как всегда, идет своим путем. Вот из тех проектов, которые я знаю, на которые мы смотрим, я имею в виду за рубежом, если сравнивать с теми проектами, которые сейчас есть в Украине, я думаю, основная разница, которая видна сразу, это то, что во главу угла в наших проектах поставлено кредитование. Это кредитная карта и вся линейка кредитных продуктов. В то время как, скажем, в западных проектах, как правило, основной упор идет там, на платежи, валютообмен, криптовалюта и так далее. Алексей Амитан, CEO Bradley Holding. Вы как представитель, в ваш холдинг входит компания Благо, Милон, другие компании. Скажите, что будет в Украине, к примеру, там, через 3 года? Будет ли у нас бум необанкинга? И боятся ли кредитным организациям вот, реально необанкинга в Украине? Потому что аудитория у нас-то схожая. Добрый день. Ну, конечно, я уверен, что через 3 года в Украине что-нибудь будет. Там будет это бум необанкинга, либо это бум простого банкинга. И вообще понятие необанкинга достаточно широкое. То есть необанкинг зачастую, ну и мы видим много примеров, то есть в основе, конечно, есть банковская лицензия, но зачастую это прежде всего технология и прежде всего, ну, как бы самореализация того сервиса, который клиентам востребован. С учетом закона, который вчера подписали, с учетом изменений, которые есть, может быть, это и будет необанкинг на другой платформе. Но, конечно же, некий бум будет. Конечно, рынок развивается, страна у нас изменчивая. Если у нас тренд не изменится, и, ну, будь то регуляция, либо какие-либо другие ограничения будут благоприятствовать, а пока вроде благоприятствует, то я думаю, конечно, мы к этому придем. Потому что в Европе, конечно же, ну, какие-то страны более развиты, какие-то менее развиты, то есть определенные иллюзии. То есть, например, Польша, но, например, я так считаю, что Украина немного с точки зрения банкинга, сервиса для клиентов, более продвинутая. При этом есть страны, такие как Голландия там, и все остальные, в которых необанкинг в самих банках существует уже 10 лет, как таковой. Поэтому я думаю, нам нужно брать ориентир на флагмана, на Штаты, на Западную Европу и, конечно же, к этому стремиться. Спасибо большое. Недавно мы записали интервью вот с Романом Катеринщиком. Ром, признавайтесь, MyCredit планирует необанкинг и вообще, как тебе тема эта импонирует? Да, всем привет. Ну, значит, вообще я считаю, что необанкинг не то, что он когда-либо произойдет, это уже, мне кажется, довольно перегретая тема в Украине. Вот только я вот сейчас сидел, попытался вспомнить Обанк, Изи, Спортбанк, ну, в общем, Монобанк, да. Потом еще надо сказать, есть технологичные банки, такие как Приват, и еще где-то
по моим данным, где-то 3-4 необанка пилится. То есть, как бы, оно, как бы надо, мы должны все четко понимать, что когда мы говорим про финансовые компании, которые работают с определенным типом клиентов, и необанки, это на самом деле две принципиально разные структуры. И если и будут необанки у кого-то отбирать клиентов, то в первую очередь они будут отбирать клиентов у банков. И пусть банки сначала переживают. То, что касается нас, мы как бы все равно хотим придерживаться своего основного фокуса. Как показывает практика и опыт, расфокус приводит обычно к большим проблемам. Поэтому мы как бы действительно мы туда смотрим, но мы смотрим очень критично, как будто если бы мы взяли и собрались заниматься совершенно другим бизнесом. То есть я убежден, что вот этот весь хайп по поводу необанков, особенно финансовых компаний, это две разные бизнес-модели. Вот если вы посмотрите даже на то, что делает Денис и его команда, ну, это сильно отличается от того, что мы делаем мы. То есть и подход в маркетинге, и подход в ретеншене, и подход... Да много есть процессов. Поэтому мы должны быть все реалистами здесь. И я такой больше за то, чтобы мы качались в наших сервисах, думали вокруг, вот ребята сегодня сделали презентацию классного продукта, думали вокруг того, какими продуктами можно как бы обвесить еще наш основной коровый бизнес. А смотреть на необанки, я бы не поддавался этому хайпу и не говорил о том, что сейчас это не перегретая тема. Уже сейчас супер перегретая, и мы все знаем, сколько стоит запустить необанк, ну, по крайней мере, коллеги. Сколько стоит запустить необанк? По моим ощущениям, это стоит где-то 5-10 миллионов долларов, чтобы нормально какую-то долю на рынке получить. Сейчас у Дениса спросите. Денис кивнет пусть. Денис. Вот. Соответственно, подтверждаю. Да, спасибо, Денис. Не, я мало сказал, да? Вот. Соответственно, а финансовые компании, мы понимаем, что для финансовой компании другой бюджет. Наверное, сегодня уже зайти сложнее и нужно больше денег потратить. Поэтому здесь начиная от бюджета, заканчивая процессами, бизнес-моделью и так далее, здесь, мне кажется, нам всем нужно быть реалистами. Окей, вопрос о цене все-таки. А если это микрофинансовая организация, которая переходит в необанкинг, будет стоить это дороже, либо же сумма будет такая же для запуска? Вопрос зачем? Ну, то есть, еще раз, у микрофинансовой компании, у любой есть определенный LTV. У банка совершенно другой LTV. Банк настроен в долгую, потихонечку там получать за обслуживание, доапсейливать сервисы и так далее, и так далее. То есть, как бы, топ-менеджменту микрофинансовой компании нужно сильно поменять свой майндсет. Все микросхемы будут очень сильно в голове плавиться до того, как топ-менеджмент как бы перейдет на банковскую, грубо говоря, на банковский майндсет. Поэтому микрофинансовая компания может стать кем угодно, даже супермаркет может открыть. Большой вопрос только, зачем это делать и стоит ли. И уже если уже запускать такой проект, то вы должны быть готовы к тому, что вы внутри своей микрофинансовой компании запускаете совершенно отдельное направление с отдельными центрами компетенции и так далее, и так далее. Когда мы запускали Вьетнам, наверное, одна из самых правильных наших вообще идей и концептов и решений было то, что мы отсаживаем Вьетнам буквально на другой этаж, сами переезжаем, грубо говоря, носители экспертизы, условно, топ-менеджмент и так далее, и заново набираем команду. Это было правильное решение, потому что есть специфика в банально специфика в том, что надо на 4 часа рабочий день начинать раньше. То есть, когда у нас 6 утра, а вьетнамская IT-команда уже работает и уже отвечает на вопросы. Поэтому то же самое здесь. Есть большая специфика, и нам всем надо, мне кажется, быть реалистами и понимать, что это не просто вот такая вот трансформация легкая. Спасибо большое. Вопрос касательно... Да, давай. Вопрос касательно... Я вот плавно перейду уже к Алене. Вопрос касательно менеджмента. Я поздравляю вас с запуском VOCard. В принципе, если мы рассмотрим, менеджмент нужно будет менять в компании, как вообще структуру компании нужно будет менять с запуском вот такого нового продукта? Сразу отвечу коротко. Менеджмент менять не надо, его нужно обучать и прокачивать. Вот. А с точки зрения истории, первый необанк появился, как мы знаем, в 1989 году в Великобритании, но он работал по телефонии. Это так немножко в историю. Вот. С точки зрения вообще стратегии развития микрофинансовых компаний, ну, я думаю, что нужно развиваться и нужно уходить в разные продукты. И если мы посмотрим на развитие таких компаний и в Европе, в Америке, действительно, где уже, ну, можно подсмотреть,
то однозначно они уходят в более длинные кредиты, более дешевые кредиты. И этому способствует очень многое, начиная от, на самом деле, банальных потребностей клиента, ну и заканчивая регулированием. На самом деле не забываем об этом, это очень важный фактор. И мы на сегодняшний день это сильно тоже ощущаем. Вот была первая панельная дискуссия с регулятором, обсуждали проблемы. Я думаю, что многие понимают, что все равно мы движемся к некой трансформации. Поэтому, наверное, менеджменту нужно трансформировать себя, прокачивать в первую очередь свои скиллы, навыки, менять свой майндсет и действительно менять не команду, а менять навыки команды, развивать ее. Вот, вот и все. Подсказка для коллег по рынку. Нужно ли будет вводить новые штатные единицы? Нужно набирать новую команду для новых продуктов однозначно. А вводить штатную единицу, ну, это уже техника, инструменты. Кому-то, может быть, надо, кому-то нет. Тут все зависит от текущего персонала на самом деле. Я скажу, что у нас в топ-менеджменте и в middle-менеджменте порядка 30% сотрудников уже были с банковским опытом. Поэтому, ну и остальные около банковским опытом. Поэтому мы здесь где-то очень смежны в знаниях. Денис, ты хотел дополнить, я так понимаю, прокомментировать еще касательно. Ну вот, в принципе, давай рассмотрим на вашем спортбанке. Планирует ли Необанк стать МФО? Вопрос от Романа Катеринчика, MyCredit. Денис Сапрыкин. Так, нежданчик, да, для рынка? Вот так. Я хочу сказать, что я лично считаю, что вот согласен с Романом, что две разные модели, две разные структуры. МФО, конечно, ближе всех остальных финансовых компаний и IT-компаний к банкам. Ну, потому что есть экспертиза кредитная, есть экспертиза в маркетинге. Хотя даже в этих направлениях очень много различий. Да? Но, в принципе, банк с точки зрения и регуляции очень сильно отличается. И, в первую очередь, отличается клиентом и, соответственно, продуктом и процессами. Поэтому здесь, я думаю, разница большая, конечно, и просто переделывать существующую команду под, ну, опять же, это вопрос терминологии, что такое необанк, что мы хотим в итоге получить, конечно, да, можно сделать продукт, похожий там на банковский, с картой и так далее, можно сделать более широкую линейку, квази, да, потому что, например, вот коллеги сейчас из Moneyveo, они сделали продукт, есть банк-партнер, я думаю, что есть ряд функций, которые на банке реализованы и обеспечены, да. Поэтому это же тоже нужно учитывать, что есть как бы не просто трансформация внутри компании и команды. Я думаю, Upgrade. Это будет проще. Евгений, вы запустили вместе с Moneyveo отличный продукт VeoCard. Какие возможности это дает рынку? Сейчас только что говорили об этом. Хочется вот эту международную платежную систему услышать. Я очень, на самом деле, первое. Я не согласен с Денисом. Дискуссия начинается. Да, да, я же хочу дискуссию. Команда Moneyveo, вот, говоря об этом продукте, продемонстрировала глубину компетенции и понимания банковского бизнеса глубже, чем многие те, кто называют себя необанкирами. Не Спортбанк. Спортбанк очень глубоко, тоже в проекте. Вот, соответственно, но есть, я действительно работаю на 17 рынках, от Косово, там, с Сербии до Казахстана и Узбекистана, вижу много амбиций, вот необанк ради необанка, и это полная ерунда, конечно же, не зная броду, не суйся в воду. Соответственно, что мне хочется сказать, от почему я считаю, что они, я даже не хочу их называть микрофинансовыми организациями, я их назову не банковскими институтами. Почему не банковские институты, которые способны кредитовать, могут легко выйти и должны выходить в сервисы, которые многие привыкли называть необанками? Все очень просто. Рынок небанковского кредитования в Украине растет сумасшедший. Это один из самых развитых, вот если сравнивать по странам, наверное, в Украине это самые продвинутые компании, вот если там сравнить с Казахстаном, Узбекистаном или Таджикистаном, или с Сербией. Соответственно, вопрос становится тем, что это все более и более мощный игрок на рынке. Если посмотреть, вот бродила, Алена ругалась даже по этому поводу, да, бродила по рынку информация, что Moneyveo там стрижет сумасшедшие купоны, там сколько там, 3 миллиарда гривен чистой прибыли и так далее. Даже если это дисконтировать на определенную там сумму
компетентно, да, и если это сказать, что у Moneyveo действительно миллион клиентов уникальных на сегодняшний день, ну, скажите мне, сколько банков в нашей стране могут говорить даже о подобных суммах и о подобном количестве активных клиентов. Это топ-10, если говорить с точки зрения розницы, уже по банковскому бизнесу в нашей стране. Если говорить дальше, то с клиентом Moneyveo, ну не только Moneyveo, микрокредитная организация становится взаимодействовать уже не эпизодически, а регулярно. И это очень важный момент. Это та самая трансформация, это естественная эволюция, которая приводит к тому, что этот опыт должен быть сделан максимально бесшовным, этот опыт должен быть облачен в цифровую оболочку, и этот опыт должен быть трансформирован, собственно, в ежедневное взаимодействие с клиентом. Что такое необанкинг? Необанкинг – это ежедневное взаимодействие с клиентом в цифровом канале. То есть, если мы делаем просто необанк ради необанка, то это просто мобильное приложение, которое у многих банков значительно, ну, никогда не будет досягаемо. Там, вот сейчас сядут тут энтузиасты, запилят мобильное приложение. Ну, красавчики. Там, Приват в два счета это мобильное приложение обгонит и перегонит. И вопрос в чем? Вопрос в том, что если это точечное решение потребности клиента, и если это lifestyle banking и вхождение в значительно более глубокую, так сказать, часть жизни клиента, чем просто впихнуть ему кредит, то это уже становится абсолютным понятием необанкинга. И я рад, что Moneyveo осознал это первым и стал, так сказать, перешел от эпизодического в регулярное бесшовное взаимодействие. Я уверен, что это только начало, и поэтому очень скоро граница там необанк, она будет совершенно размыта. И повторюсь, компетенции уникредитных организаций, ну, вагон и малая тележка для того, не банковских организаций, для того, чтобы превзойти, догнать и обогнать всех, кто говорит о необанкинге. Вот это мое мнение, поэтому я делаю ставку на это. Спасибо большое. Да, алло. Ну и я тоже на самом деле буду на стороне финансовых компаний. Почему было правильное вот слово применено? Это эволюция. Финансовая компания в тот момент, когда она ощущает, что она уже переросла все существующие на данный момент финансовые инструменты, которые она может использовать с помощью банков, да, она просто не то, что она хочет, она вынуждена для того, чтобы расти и дальше, трансформироваться и получать больше возможностей. А это банкинг. Если мы затронем вопрос маркетинга, да, я хотела бы спросить у тебя, как правильно нужно будет выстраивать маркетинг, если МФО переходит в необанкинг? У тебя? Коллеги? Да, ну смотрите, я, во-первых, поддержу Женю в том, что надо прекращать называть себя МФО. Давайте все вместе договоримся, что мы финансовые компании, финтех, и хватит этот саммит называть МФО-саммит. Давайте называть финтех-саммит, потому что у нас под капотом технологии больше, чем у половины банков в Украине. Но мы называемся МФО, и такое какая-то мещанская штука. Давайте переименуемся, это первое. У нас вообще на самом деле в компании запрещено говорить этот МФО, микрокредиты и так далее, и так далее. Мы занимаемся финансовыми сервисами и, в общем, все вокруг этого построено. Это первое. И второе, отвечая на Женин комментарий, у нас тема нашей дискуссии, как МФО трансформироваться в необанк. А я бы начал с того, зачем трансформироваться. Вот если как только мы, МФО сможет себе твердо ответить на вопрос, зачем трансформироваться, тогда, конечно, можно трансформироваться и нужно. Но если, еще раз, как бы мысль в чем заключается. Если это просто как бы хайповая история про то, что все туда бегут и я бегу, то это плохо заканчивается, как правило, потому что условно финансовая компания – это кэш-генерящий бизнес, там необанк – это долгое время компания, которая требует инвестиций. И Денис, сколько вы запускались? 1.5 года? Вот. Ну, то есть, как бы, надо всем к этому быть готовым. Если на вопрос, зачем, есть четкий, твердый ответ, пожалуйста, можем заниматься чем угодно. Я просто буквально два слова. Это вот та ситуация, когда, Ром, когда вот
сделали, такие, а потом смотрят назад, сделали, потому что надо сделать бесшовно, потому что надо сделать регулярное взаимодействие, надо сделать кредитную линию, а не каждый раз догонять клиента. И поняли, что это бенефит, круто. А потом такие раз назад посмотрели, елки-палки, так мы на 80% необанк. Вот поэтому никто не гонится за необанком, да, не надо нам важнее сейчас открытие, чем звание Нобелевского лауреата. Нас просто сейчас послушают, и все пойдут необанки делать, а потом через год придут и скажут, ну я сделал тут уже год, вожу, сделаю необанк, потратил 2 миллиона долларов, вы в своем уме. Все должны пойти и начать решать проблемы бизнеса, а потом посмотреть назад и сказать, елки-палки, мы необанк сделали. Вот так, да, так и работает. Я тоже прокомментирую. Я, во-первых, тоже считаю, что там нет смысла обсуждать трансформацию. Есть смысл обсуждать расширение, да, линейки продуктовой существующих компаний. У этих компаний есть большая клиентская база, есть клиенты, которые переросли те продукты, которые есть, да, под капотом. Соответственно, этих клиентов уже можно подтягивать к там, классическим банковским продуктам с точки зрения их восприятия. Это первый момент. Второй момент. Женя правильно сказал. Та же кредитная карта, есть статистика о том, что в среднем клиент с банком с правильной кредитной картой живет 3-3,5 года. То есть вы, единожды потратившись на привлечение этого клиента, получаете очень длинные и кредитные портфели клиента. Понятно, что нужно на всех этапах жизненного цикла с клиентом работать, но это уже совершенно другие косты. Удержать проще и дешевле, чем привлечь. Но я считаю следующую историю. Что такое клиенты... как там мы, не МФО говорим, да, финансовых компаний. Финансовые компании, да. Это те клиенты, которым банки не дали кредит, исходя из их рискового профиля, или это те клиенты, которые по той или иной причине или боятся, или не хотят идти в банк, потому что воспринимают его как сложные, тяжеловесные какой-то там, куча документов, процессы очень сложные, нужно куда-то идти, да. А тот кредит, который они получили в финансовой компании, это по сути для них сервис. Они же не понимают, что финка с соответствующей лицензией там, и так далее. Да? Это сервис, который позволил им, просто зайдя там, на сайт или в приложении мобильном, очень просто, предоставив минимальный набор данных и документов, получить кредит и закрыть свою потребность. И я думаю, что как раз с точки зрения позиционирования для таких клиентов там, финансовым компаниям, банками себя точно называть не нужно. Да? Ну, это вот мое мнение. Вы просто должны расширять линейку своих сервисов, которые вы предлагаете этим клиентам. И, Лида, мы с тобой это не обсуждали, но на правах рекламы. Давай. Я думаю, все знают, что мы стартовали Спортбанк на Оксибанке. В прошлом году мы запустились на Таском банке. В этом году совместно мы посидели, пообсуждали, и по ряду технических и там, организационных вопросов мы решили мигрировать бизнес Спортбанка на Таском банк и сфокусированно развиваться на одном банке, но... При этом есть Оксибанк, есть развернутое решение мобильного банка. И мы думали, что с этим делать. Да? И мы даже думали на тему там, запуска суббренда. Давай разыграем новой сейчас. Ниши и так далее. Так вот, я думаю, что тем компаниям финансовым топовым, которые сейчас задумались над необанкингом, нам есть что обсудить. Я готов после панели пообщаться. А мы готовы на Ukrainian Fintech, в принципе, это тогда все осветить. Денис, придется к нам на канал еще раз прийти и еще раз рассказать. Можем даже мастер-класс какой-то сделать. Супер. Ну, я все-таки вредная, поэтому я спрошу еще раз. Зачем финансовым компаниям идти в необанкинг? Да, да. Классный вопрос, на самом деле, который Рома поднял. Тут всегда нужно, наверное, в жизни себе задавать этот вопрос, зачем мы что-то делаем. Вот. Ну и, собственно, любое предпринимательство, миссия его, да, это... Получать доход, чтобы организовывать рабочие места. Это первое. А второе, как мы можем это реализовать? Мы можем реализовывать через вертикальную либо горизонтальную интеграцию. Вот Рома пошел по какой? Географической. Ну, назовем это горизонталь, да? Сферическая. Да, вот. Мы, например, пошли по стратегии развиваться в Украине, хотя у нас тоже есть офис во Вьетнаме, но тем не менее фокус у нас в Украине. И здесь у нас основной такой R&D, сэндбокс. Поэтому... Собственно, у каждой компании своя стратегия. Ну а в Украине зачем это нужно? По моему мнению, пару лет назад мы уже замечаем тенденцию снижения динамики роста микрокредитования. Это правда. Не нужно быть слепым, чтобы это не замечать. И, друзья, реально мы упремся через 2 года в стеклянный потолок. Ну, а может быть даже через год. Плюс регулирование, другие факторы и так далее. Поэтому однозначно идти в новую аудиторию, завоевывать новыми сервисами, продуктами, банковскую аудиторию, да, это именно тот путь, в который я действительно верю для финансовых компаний. Это не значит, что мы должны оставить микрокредитование. Я не стесняюсь этого сказать, потому что у микрокредитов своя основная важная ценность. Они быстро, действительно, короткими суммами, маленькими, могут закрыть потребность клиента 24/7. Но при этом можно мигрировать. Да? Вот эта трансформация – это не отказаться от старого.
Трансформация – это делать что-то и новое, в том числе. Вот так. А можно я несколько примеров просто приведу? Из международной практики просто зачем микрофинансовой компании становиться не банковской кредитной организацией, а после становиться необанком? Все очень просто. Рынок Казахстана, первое, ну я не знаю, только ленивый не говорит про Каспи, но Каспи это та компания, которая, собственно, из небольшого банка превратилась в 60% рынка и 75% транзакций от объема транзакций в Казахстане. Что они сделали? Они пошли туда, они пошли на самом деле на поляну микрофинансовых компаний, просто в Казахстане этот бизнес вообще был не сильно развит, и поэтому Каспи начал действовать на рынке практически так, как действуют здесь MyCredit, Moneyveo, ну чуть-чуть дешевле просто, там регуляторно ограничена максимальная ставка. И это привело к всем понятным результатам. Так вот, Каспи жил до 2018 года, когда я к ним приходил, говорил, ребята, ну Apple Pay, елки-палки, приложение. Они говорят, нашему клиенту приложение нафиг не надо. Когда надо будет, сделаем. Они сделали его только в 2018 году, когда у всех это все было уже. Apple Pay в Каспи до сих пор нету. Они до сих пор говорят, что нашему клиенту это не надо. Поэтому в данном случае люди просто решали потребности конкретно своего клиента и добились сумасшедшего успеха. 75% рынка даже привату не снилось в лучшие времена. Что касается второго примера, Таджикистан, Алифбанк, сейчас признан журналом Forbes в Центральной Азии самым прогрессивным цифровым банком Средней Азии. Основан выпускниками там Гарварда и еще чего-то из Таджикистана, вернувшимся на родину. Тоже наш стратегический партнер. Мы с ними растим вот цифровой банк. Они получили лицензию только буквально там год назад. До этого они действовали исключительно в рамках микрофинансовой организации в Республике Казахстан, Таджикистан, построив достаточно крутую экосистему вокруг себя. Маркетплейсы, воллеты, микрозаймы. Поняли, что переросли, клиенты просят большего. Пришел China Union Pay, предложил много денег. Мы пришли, предложили много компетенций и меньше денег. Они выбрали нас. Соответственно, и строим сейчас с ними самый прорывной цифровой банк, я думаю, один из там, Центральной Азии. Третий пример – мобильный оператор Beeline в Казахстане, который запустил мобильный необанк Simply. Тоже все очень просто. У нас 50 тысяч клиентов за 3 недели. Вот. Мы сделали самый прорывной продукт для тревелеров. А тревелеры все равно вернутся. Мы дали премиальный сервис в руки массового сегмента. На правах рекламы в компании Visa ищем таких, кто готов решать потребности клиента. И мы будем строить с такими компаниями стратегические партнерства. Спортбанк, кстати, стратегический партнер компании Visa, ровно как и Moneyveo, потому что мы тоже верим в эту модель. Нишевые банки – это вообще пушка-ракета, и совсем скоро фокусно решать проблемы клиента. Это будет, наверное, один из ключевых и единственных факторов, почему люди будут выбирать тот или иной продукт. Поэтому Денис со своей командой посмотрел в будущее, сделал это в прошлом и побеждает в настоящем. Аплодисменты. Окей, давайте продолжим. Давайте поговорим, в принципе, на тему, как, по сути, такой завершающий небольшой блок, как придется поменять бизнес-модель тех финтех-компаний, которые не пойдут в необанкинг, которые будут вот работать, как на данный момент они работают. Появление новых продуктов, что, в принципе, тогда ожидается? Алексей? Ну, я на самом деле хотел еще к прошлой дискуссии добавить. То есть, конечно. Получается, ну как, проговорили, то есть необанк – это про коллаборацию, про технологию, про команды. И вот, например, Каспи – это вообще это необанк или, может, это уже вообще не совсем банк? Каспи – это экосистема, они эволюционировали, они новый вид человека. Да, это раз. Потом два. Мы как бы наблюдаем часть европейского опыта, в котором как бы, собственно, банки, они остаются таким неким бэк-офисом. Ну, как таковым. То есть они там процессят операции, делают какие-то вещи. То есть банк, по сути, ну, необанк, как бы неопродаем, получится рано или поздно, обслуживаем, сервис, коллаборация, экосистема. А банк такой некий суперпроцессинг, который делает, ну, транзакции, скажем так. Одна сторона вопроса. Но у банка еще ж есть доступ к пассивам, ну, на самом деле. И пассивы, и за счет этого, собственно, как бы и регулирование дополнительное, и много чего вообще происходит. Поэтому как бы как оно разовьется дальше, я, честно говоря, думаю, что будет эта модель
либо штатовская, либо европейская, в которой банк становится вообще, в принципе, то есть таким процессингом, а фронт продается. Что произойдет с компаниями, которые не успеют? Ну, что происходит при консолидации? Ну, то есть их либо купят там, либо еще что-нибудь, либо поломаются. Ну, мы наблюдали, что происходило с банками в какое-то время. Но надо либо успевать, либо, ну, МФО мы уже не называемся, уже называемся финтех, необанки. Так что все впереди, все хорошо. То есть у нас получается закономерность такая. Банки бегут за финтехом, а финансовые компании должны теперь бежать в необанки. Банки, к сожалению, зачастую вообще никуда не бегут. То есть бегут первые, не знаю, наверное, топ-10. То есть банки зачастую, как из примера про Каспий, смотрят сквозь пальцы и говорят, Apple Pay мне не нужен. А зачем мне Apple Pay? Ну, вроде как тенденция поменялась в последние годы, и она изменится. Поэтому там, что такое бегу за финтехом? Послушайте, у нас понятие финтех многие путают вообще, что это такое. Но внутри, к сожалению. Насчет Apple Pay и Каспи я скажу, они просто построили сумасшедшую закрытую экосистему, которая, может быть, даже позавидует WeChat. То есть в Казахстане все в куарах Каспи. И поэтому им этот Apple Pay как бы что есть, что нет. Как бы, и их клиент им все равно не воспользуется. То есть здесь наоборот такой жесткий прагматический подход очень крутой технологической компании, экосистемности которой позавидуют ну, просто каждый полутора. Судя по всему, правительство Казахстана должно национализировать Каспи уже, раз у них все так хорошо. Если они пойдут по украинской модели развития. Я имею в виду правительство Казахстана. Не, ну если 70% рынка. Пора. Окей, слушайте, ломаете, как всегда, дискуссии. Я не знаю, кто к нам на канал не приходит, вечно ломает нашу дискуссию. У меня просто весь тут сценарий прям слетел. Давайте тогда дальше. Вопрос был, какая процентная ставка должна быть у этих необанков? Низкая. Низкая, да? А вот клиенты, в принципе, они перебиваются клиенты в МФО? Да, да, тут вообще на самом деле хороший вопрос. Вот у нас есть короткий продукт и есть длинный продукт. И вот мы когда запустили длинный продукт, мы увидели то, что клиенты продолжают себя в длинном продукте вести как в коротком. То есть они его начинают сразу выгашать. И вот вы когда будете необанк запускать, дорогие собственники финансовых компаний, вы должны иметь в виду, что у вашего клиента есть некий паттерн, он как-то пользуется вашим продуктом. Он привык, пришел, взял деньги, погасил, красавчик, там, без просрочек и так далее, и так далее. А у банка другой продукт, и другой LTV, и другое там, взаимодействие с клиентами и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз возвращаясь, мигрируют ли клиенты, здесь мы должны учитывать, как они себя ведут и каким на самом деле продуктом они пользуются у финансовой компании и зачем они идут в те же необанки. Мне кажется, вот насчет мигрируют, не мигрируют клиенты, будут ли они использовать сервис или не будут. У нас уже давно не моногамия с точки зрения банка. В Украине 2,6 карты на лицо. Да, это один из самых крупных там показателей, самых высоких показателей, самый высокий в регионе. И достаточно выше среднего по миру точно. Поэтому клиент, он уже настолько вот в Украине грамотный, что ему вот, собственно, эта карта для этих нужд, а это для этих. Поэтому тут надо бороться все-таки за решение конкретной потребности клиента. Да, потом, когда ты уже, как сказал Денис, продал клиенту продукт, надо уже там пытаться его активировать. Но это действительно легче, чем продать. То есть убедить клиента, что ему это надо, это сложнее, чем потом предлагать ему, собственно, какие-то дополнительные сервисы, которыми он будет пользоваться. Наряду с приватом, с моно, пумбом, виокардом, спортбанком. Нет проблем. То есть, и я знаю много, я сам пользуюсь и спортбанком для одних целей, и монобанком для других целей. И при этом у меня есть еще 4 карты других банков для 5, 3 и 2 цели. То есть, окей, как сказал Роман Катеринчик, давайте про маркетинг. Давайте про маркетинг все-таки. Подумаем, ну, а на самом деле ситуация какая? Финансовые компании, да, есть такое на рынке, что там где-то не очень там хорошее позиционирование всплывает, где-то нас не очень хорошо воспринимают. Однако, давайте мы просто сегодня как бы продумываем, что может быть. Микрофинансовая компания, она переходит в необанкинг. Как здесь правильно выстраивать маркетинг и бренд компании, ведь все будут знать, кто бенефициары и зачастую чья это компания. Ну, окей, если я отвечал бы, если бы я делал необанк, то я делал бы в первую очередь нишевый необанк, потому что мы начинали с того, что поляна уже красная,
и ты должен искать свое место. Вот нишевый пример нишевого необанка – Спортбанк. Понятно, что есть много разных сервисов, но, по крайней мере, есть какое-то более-менее конкретное позиционирование. Номер один и номер два – это то, что придется осваивать всем финансовым компаниям. То, что осваивают активно лидеры, это построение знания бренда, потому что просто по перформанс-модели сейчас в Украине новому необанку будет очень сложно. Сейчас уже очень сложно новые финансовые компании. Вот я не знаю, если кто-то сейчас стартует, то это, мне кажется, самоубийцы уже в таком очень перегретом рынке микрокредитов. Стартовать сейчас — это как бы плохая идея. Но в необанках не лучшая ситуация, поэтому надо нишевым быть необанком, надо строить знания бренда, и тогда у вас есть шансы добежать до сколько? 300 тысяч карт, чтобы выйти в безубыточность, или как там говорят? Приблизительно, да. Да. Денис Сапрыкин, будешь давать совет? Как правильно нужно будет? Ну, я, наверное, не совет дам, я как еще один аспект затрону всей этой истории, который, может быть, не для всех очевиден. Когда финансовая компания идет в сторону банка, это значит, что, как правило, клиенту предоставляется определенный набор, опять же, банковских сервисов. Да? Мы говорим об открытии счетов разных продуктов, мы говорим о выпуске карт. И вот тут начинается интересная история. Финансовая компания становится эмитентом, ну, в той или иной конструкции. Да? И вот все те платежные сервисы, которые сейчас для финансовой компании поставляют внешние провайдеры, да, они могут быть реализованы внутри, совершенно с другой себестоимостью. Да? То есть вы можете использовать свои внутренние платежные методы для того, чтобы, ну, во-первых, выполнить операцию выдачи кредита, списания кредита, погашения и так далее. Вот. И это на самом деле очень важный аспект, который с точки зрения экономики дает достаточно большой буст для существующих игроков. И это один из, наверное, одна из причин, по которой в эту сторону тоже смотрят активно финансовые компании. Я думаю, что здесь тоже лежит достаточно большой потенциал для развития. Алена, я спрошу все-таки. Я знаю, что у нас сегодня было интервью с Максимом Параской. Я пыталась у него выманить, какая будет маркетинговая стратегия. Не получилось. Вот я тогда попытаюсь спросить все-таки, что-то, какие-то секреты, что планируется. Вот так публично, да? Да. Второй заход. Ну, я же тоже партизан. Но на самом деле, я скажу так, что у нас... Это как квази-необанковский продукт, в первую очередь. Да? Мы VioCard не позиционируем как полноценный необанк, это довидово, как то кажут. Во-вторых, в любом случае мы сейчас таргетируемся на нашу качественную аудиторию, которая с нами много лет, лояльна. Мы, конечно, на них будем отрабатывать очень многие тактики, и маркетинговые, и продуктовые, и логистика, ну, в общем-то, все другие. Вот. И в любом случае это диджитал, но вот как Рома сказал, тут важно, на самом деле любому бизнесу, либо с одним продуктом, либо когда выходит новый продукт, вот понять, словить вот тот дзен, когда нужно выходить уже в такую обширную рекламу в офлайн, потому что если ты начинаешь упираться в потолок с юнит-экономикой играться, можно так заиграться, что ты просто окажешься абсолютно без роста. Вот. А когда ты уже начинаешь бустить через офлайн, конечно, ты дополнительную аудиторию получаешь. И с другой стороны, ты ее не можешь посчитать вот так вот, да, расходу. Но такие есть метрики и методы, которые хотя бы процентов на 70 могут помочь это сделать. Тот же эконометрический анализ, моделирование и так далее. То есть есть много таких уже математик. То есть маркетинг на сегодня — это уже математика. Это не бантики, не эгэгэй побежали там что-то веселое. Это жесткая математика там со всеми атрибутами, как говорится. У нас сегодня, кстати, наш директор по маркетингу будет выступать, расскажет метрики, которыми мы меряем наш и маркетинг, там, и все разные вещи. Поэтому обязательно придите. Ой, если мне можно, так нравится пиар сегодня на нашей дискуссии. Это не пиар, это поддержка. Data driven management, правильно, Ром? Да, Лида, да, если... тоже хочу немножко сказать по поводу маркетинга, потому что очень многие люди, ну, точнее, вообще в принципе, многие забывают, что маркетинг, он содержит в себе и продукт. Да, и продукт, который выпускается, он должен иметь какой-то added value или должен иметь какое-то преимущество по сравнению с конкурентами. Так вот, почему я считаю, что, допустим, финансовые компании, которые трансформируются в необанки, они... выигрышной ситуации по сравнению с необанком, который строится как необанк.
Вот. Ну, там на самом деле две основных вещи. Первое, это, во-первых, у финансовых компаний уже есть клиенты, вот, у которых есть потребность в их продукте. А второе, то, что их основной бизнес, это как раз и есть added value, то есть это микрокредит для людей, которые не могут получить его в обычном необанке. А это значит то, что это преимущество. То есть самое главное, если будь у вас любой бюджет, да, но если ваш продукт не очень, да, то результат у вас будет соответствующий. Вот. А для любого продукта нужна какая-то дополнительная ценность. Можно я полшага назад сделать? Можно я прокомментирую сейчас? Пожалуйста. Одно слово, Жень. Я, кстати, удивлен, если уже 2,6 карт, куда вы еще выпускаете карты? Украина уже и так в лидерах везде. Это вообще не предел, потенциал бесконечен. Я понял, каждому по 5 карт. Sky is the limit. Сейчас по поводу клиентов я хочу прокомментировать. Просто мы эту историю тоже анализировали. Если мы говорим о том, что финансовые компании могут сделать необанк для subprime клиентов, с которыми мы работаем, например, так вопрос, как клиент себя будет в этом продукте вести? Ты сейчас выпустишь продукт, дашь этот продукт клиенту, он будет использовать его либо как микрокредит, взял, пожил там сколько-то раз и вышел в дефолт, ведь необанку это не надо, необанку надо, чтобы с ним долго и счастливо жил клиент. Поэтому это как бы надо анализировать. Об этом и речь, то что необанк здесь не как основной бизнес, как дополнение. Вот ярким примером, и я считаю, что это будет очень успешный необанк, это будет от Фози, от Сельпо, властный рахунок. Они запустятся, я уверен, что они просто там вылетят на рынок. Да? Почему? Потому что они умеют общаться со своими клиентами, и там есть очень понятное преимущество для клиента, для пользования этой картой. Только один есть недостаток, Жень, я сейчас... Все, я тебя больше не буду перебивать. Один недостаток, только то, что Фози это не банк. Им надо этот бизнес снова осознать, там, стартовать, построить процессы и так далее. Они уже два года нюанс. Его осознают. Жень, стартуют. И у этих клиентов уже есть 2,6 карты на руках, да, в среднем? Одна из них спортбан. То есть они уже два года осознают, уже строят, уже пробуют. Я думаю, еще чуть-чуть попробуют, и что-нибудь может получиться. Но я, конечно, тут я тебя не поддержу, это не будет... Это успехов. Вот так скажу. Я желаю успехов этому проекту. Что касается, вот я хотел добавить по поводу стоимости, вот мы просто тут сыпем там и маркетинга, вот оно у меня просто схлопнулось. Я для себя это просто делал простое упражнение, прикидывал, сколько стоит построить там необанк, там лицензию купить, там поаутсорсить, там, короче, небольшой командой поуправлять, там типа только корневые компетенции у себя сконцентрировать. В общем, друзья, 1,5 миллиона долларов, я думаю, это будет вообще конфета. Не хотите тратить деньги, идите... 1,5 или 2? 1,5 плюс-минус. Ага. А портфель нужен будет или этого достаточно? Вот я сейчас расскажу, да. Вот 1,5 это вообще прям красивое приложение в красивом цвете. Вот прям кнопочки будут круглые. Все будет замечательно. А потом можно пойти и... Жень, не сбивай оффер, пожалуйста. Да, кстати, хорошо, мне кажется. Не-не-не, я вот сейчас объясню, да. А потом, собственно, можно вообще сейчас забить. Вот мне тут, знаете, во время золотой лихорадки продавайте лопаты, а не добывайте золото. Мне тут пишут, Евгений, давайте с вами запартнеримся, мы за 30 тысяч евро делаем необанки. У нас white label, мы его продаем. То есть вообще на дурачка можно за 30 тысяч евро необанк сделать. Вообще пушка. Ну, вот. Свой личный, да, для себя. Да. Но вы заплатите 1,5. Да, но можно, как бы, можно и за 1,5, но это прям все in-house. Вопрос в другом. Вот когда говорят 5-10, вот 5-10 это уже, собственно, как сделать эту технологию. В современном мире технология, вот она что есть, что нету, ну честно. То есть это уже вопрос гигиены, вопрос ценности, вопрос продукта, за какую проблему вы решили этой технологии. Если вы очередное красивое приложение, вы просто потратили 1,5 миллиона долларов. Не-не, Жень, я говорю 5-10, это я говорю про технологию, про маркетинг, про портфель, который... Да. Мы же говорим про бизнес, это до точки ноль. Да. Это же не просто продукт сделать, его же надо куда-то дотолкать еще. Поэтому, когда Лида спрашивает про маркетинг, вот вы читаете из 10 миллионов 1,5, и вот это все остальное, что надо вложить, плюс частичка души, чтобы это было вкусно, в этот продукт. Потому что если просто делать лобстеров на гриле, это не совсем вкусно. Еще добежать до брекивена. Да, ну добежать там, доползти, кто че, короче. А иногда, кстати, бонус за брекивен отодвигает брекивен на неопределенный срок. То есть тоже такой из практики. Такая стратегия такая. Кстати, отвечая на вопрос Романа, ранее заданный шутливый, по поводу, будут ли необанки двигаться в сторону МФО, да, у нас есть
на самом деле, под капотом, как говорят, финансовая компания, и мы нашим клиентам текущим предлагаем, на самом деле, микрокредит, тем, которые по рисковому профилю не проходят на кредитную карту, и этот клиент, если он обслуживает 2 месяца нормально и дисциплинированно этот продукт, мы ему можем предложить карточку, поэтому... То есть по-хорошему не захотели, да? Тогда все МФО пойдут в необанки. Денис, это из фамильного наследия? Это откуда вы, да? МФОшечка рядом с банком? Ну, так сложилось, да. Ну что ж, спасибо всем огромное. Я благодарю PSP Платон за данную дискуссию.